Я Слева. запеленгован. Я нет. Давай Я я тоже сейчас не запеленгован. приторможу. Короче, торпед Юянгу Да, можно все, пеленг. не бояться. Если что. О, за хорошую игру похвалили. Да, Давайте нам Амика надо. тоже Давайте похватим. Амику накидаем. Где он? Достойный соперник. У меня прям передо мной пеленг вот сюда. Ну, конечно, туда пойду и тоже. Я поэтому на точку и пошел, что... Ну да, у нас тут тоже два эсминца. У них один на А, один по центру и два на С. Сергей, Амика, похвали тоже. Я похвалю. Все, пеленг сместился вот сюда. Ну, потому что они пошли, значит, на точку. Что, тоже понятно. Только вот понять, кто бы. Кари я пересвечиваю, Янг, Ела и Лайтинг. Остальные меня пересвечивают. Че гап? У меня очень мощный гап, 6-километровый. Да, это я знаю. Скрепный немецкий. О, он Перек еще и не вот у нас. Здесь. Угу. О, вон, фраги едут. Это Серегины глубоководные. Да, вот он. О, вообще красота, их блин. Тут двое, да. Я не достаю пока гапом. Так, и туда всё, перекрываю, и... даю гап. Не надо, они ушли. Как они ушли-то, блядь, если они вот они ходят? Ты чё, куда смотришь-то? Там Вустер с РЛСом, если чё. И чё? Ничего. Попал же, засранец. Харю не разбирал. Ну, здравствуй. Как тебе сказать? 8400 Саныч, я в Харю накидал, если чё. Я понял, отстал. И в Устера торпедочка вошла. Капец, Харю. Отлично. Да, а в Устера даже две торпедочки вошло, вообще хорошо. Запинали всех пихарю, блядь. Там Гасконь уже тоже еле живая. Я не достаю до нее торпедами. А, он еще и в другую сторону крутит. Блин, почему Вустер не стал давать РЛС, я не понимаю. Я думаю, он сейчас как приедет, как вылюбит все это дело. Я почему и начал этот сваливать. Ну да, у него и гап, и РЛС. 9 километров 44 секунды. Он бы съел меня просто. Перезарядка 4,6. Я бы пикнуть не успел, вот он бы уже остров. Это. А он туда остров, да, он за остров ходит. РЛСка 9 километров. Ну чё, фланг наш, только сейчас этот будет срать торпедоносец, блядь. А вон еще один торпедоносец. Сейчас я прямо пойду. Я в велоса не попадаю. Но он притормозил.
Так, система типа изюм уехала, да? А вот и РЛС. Из-за острова, блин. Да. Очень, ну, это же... очень хорош. Нет, вон, смотри. Уходи. Да, я уже стартую. На всем этом Фоксе. Тыщ. А, ну раз ты меня слышишь, я же тебе могу пострелять. Засранец. Поджог, вот зараза. Ты тоже его подожди, чё-то. В ответку он. Сейчас он торпед нахавается. Нет, я не доживу два пожара. Да, все, я отъехал. Он тоже. Они сделали, да? Вместе сексуально так. Вот здесь где-то велос. И кто-то вот здесь светится. Ну. Старовоз-Смоленск, Севастополь. Торпеды прямо по курсу. Севастополь это... Да, тут не стоит. Сука, блядь. Пидорас, блядь. Видимо, что-то случилось. Да. Серега, справа. Андалусия наша. Угу. 11 километров. Вот он. Да, велос появился, падла, блядь. Хоть бы дымы поставил, тебя сейчас Андалусия любить будут. А, ну все, нет. Так, я пойду к дымы к нему. Своих мало. Ну, я заодно его заберу и останусь отсвеченный его дымом. Да это понятно, ты же. Пучу же. А он уже понял наш план, короче. Да, и сваливает, блядь, во все лопатки. Серега, у тебя в шестом слоте что стоит? Перезарядка? ГК? А, не понял, что? В шестом слоте что стоит? Какой подарок. Так, а кто точку забрал? С? Юян? Кто-то забрал, да. Обалдеть, так и у них все точки. Ну еще. А Вика добить не могут никак. Да, блядь, такое ощущение, что по нему никто не стреляет, блядь. Ну, половину кто-то съел. А я не достаю, блядь. Нет, Андалусия вон за тобой идет, она стреляла. И Янг жёг Североморск, отлично вообще.
Просто минус в чем? Опа, ага. Это вот да. Это детонация. Просто минус в чем? У них сейчас. Да, зажопил. Зажопил флажок. Да у меня их нету даже. Так, ладно, пойду чай пока сделаю. Они закончились уже, да. Я постоянно эсминцы там играю, но. Ой, да ладно. Наконец-то, блядь, пристрелялись. Да, да ты кидаешь торпедами, блядь, все умерли. Давай, цукабель, тварь. Сука. Ну, Андрей, вот я чё? В том смысле, стоит перезарядка торпед. А, ну вот у меня тоже торпеды стоят. В пятом маскировка. Угу. Энергетичка. По умолчанию, которые стоят. Ну, на торпеды, да? Да. Ну. А эти перки капитана у тебя как раскиданы? Сейчас скажу. Короче, первый слот у меня... профилактика. Так. Второй слот у меня взрывотехник и торпедист. Ага. Так, третий у меня мастер борьбы за живучесть и отчаянный. Так. И снизу у меня стоит мастер маскировки. Ага. Я еще прокачаю осмотритель. Это что такое? А это время. А, вижу. Да, да, да. Скорость нет. Корабля да. Увеличивается, когда тебя не видно. Короче. Да, я знаю, у меня на этом на шумоказе есть такой. Андалусия наш. Ну и, наверное, я еще прокачаю это. Мастер перезарядки торпед. Торпедист. Да, нет, мастер перезарядки торпед, это в третьем ряду. А, он у меня стоит. У меня, видишь, у меня стоит профилактика из последних сил, мастер борьбы за живучесть, инвиз и вот это вот перезарядка торпед. Мастер перезарядки торпед. Вот. Я ее сейчас и изучу. У меня сколько? 13, да? 13, грубо говоря. То есть я могу взять еще 7, 8. Вот я думаю, вот если взять торпедист, скорость хода торпед, это 2. Торпедист, а, может да, да, быть, да. На затоп еще и взять. И на поджоге. Но у меня, видишь, что у меня стоит капитан улучшенный. Чайный. Ну, уникальный. У него это улучшенный вот взрывотехник и улучшенная мастер борьбы за живучесть, короче. А у меня капитан вообще, который со звездочкой идет. И у него... Такой же. Нет. У тебя какой? В плане какой? Называется? Гуян Ронг. Понятно, а у меня со Джимбин. Вот, и у него только мастер... У него только мастер снаряжения идет. Ага. То есть, это время работы ГАПа, РЛС, генератора и форсажа. Вот. То есть, плюс 12,5%. А у тебя сколько дает мастер снаряжения?
Я скажу, плюс 10. А, ну вот 2,5%. Но, при этом он дает, значит, если я беру боевого разведчика, у меня перезарядка ГК минус 20%. Вот, если я попадаю 6 торпед, то у меня сразу скорость торпед плюс 5%. Время перезарядки снаряжения, ускоренная перезарядка торпед, ну понял, да, вот эту, которая вторые торпеды дает, минус 25%, и плюс он еще один дает. То есть, если так их два, то он третий дает. Вот, это просто 6 торпед воткнуть, это ну прям вообще ерунда. Вот, при получении 1,5 миллиона потенциалки, подготовка и перезарядка снаряжения минус 6,5%. Вот. Поэтому я прикинул так, в принципе, ну, как бы нормально он дает тоже. То есть, как бы поджог, ну, вещь такая, но. Ну, у меня плюс 15%. А, не, плюс это, 1,5% поджог. Mm-hmm. И этот. А мастер борьбы за живучесть со звездочками. У меня плюс 400 каждому уровню. А, ну да, у тебя плюс 400, у меня 350. Ну да. Вот. Так что у меня плюс 4000 получается, да? Да, у меня только 3500. То есть, вот, ну, да, можно купить того, но я как бы не знаю, стоит ли. То есть 5% скорость торпед, да, и плюс одна перезарядка, и 500 хп, как бы вот. При условии, что ты светишься только от эсминцев и только в начале боя. Поэтому, как бы не знаю. Можно, я вот думаю, может все три на торпеды воткнуть ему. Вот эти вот, которые, ну, столбец-то. Ну, вообще он торпедный, на самом деле. Я не знаю, попробуй. Ну, я сейчас хочу десятку сначала выкачать, и потом уже перки воткнуть. Потому что при переучивании, там же, чем больше перков, тем дороже переучивать. А. Капитана. Ну, я тебе говорю. Ну, мне кажется, если ты будешь сейчас с девятки на десятку капитана пересаживать, там ничего переучивать, в принципе, не надо. Там надо. Перки. Нет, ты не понял. Когда командир пересаживается с корабля на корабль,